Знаете ли вы, что до прихода русских в Сибирь Северный Ледовитый океан, море Лаптевых и Карское море называлось Тюркским океаном и Тюркскими морями? В западноевропейской историографии и картографии тюркские народы назывались тартарскими народами, точно так же, как в русской царской историографии тюркские народы назывались татарскими. Так, к примеру, на голландской карте Герарда Меркатора 1531 года казахи показаны как казахи-тартары, то есть тюрки-казахи. Чуть южнее надписи вы увидите город Туркестан. На английской карте 1562 года Энтони Джонкинсона казахское ханство указано как Казахия и более широкое обозначение вокруг Казахии – Тартария. На голландской карте 1600 года под названием Тартария, страна тюрков, в центральной части видим название казахского ханства Казахия. На карте голландского картографа Янсена казахское государство идет под уже знакомым для мира названием Казахи-Тартария. Написано крупным, красивым, четким шрифтом. На еще одной голландской карте 1680 года Николаяса Вишера государства казахов так и называются казахи-тартары, то есть тюрки-казахи. Европейские карты сотни лет показывали тюркские земли как тартары, а казахов именовали казаки-тартары. А теперь вернемся на север к океану. На европейских картах Северный Ледовитый океан показан как Тартарский океан, то есть Тюркский океан, так как тысячи лет с этим океаном граничили сотни тюркских империй и только совсем недавно его переименовали с приходом другого народа. В 1913 году, 100 лет назад, было переименовано Тюркское море в море Лаптевых. Российский океанограф Юлий Шакальский придумал название море Лаптевых. Официально же морем Лаптевых оно стало лишь в СССР в 1935 году. Вот так переписывалась история, и тюркские топонимы менялись на русские. Также были переименованы Хазарское море в Каспийское, а Кара-Денис по языковой кальке стала Черным морем. В русском языке словосочетание «Черное море» не имеет смысла, тогда как в тюркском «кара» означает не только «черный», но и «великий», «большой». Сравните с караханидами, каракумами, каракарумом.